iOS что-то изменится. Поэтому, ну, причем вам, возможно, незнакомо это странное чувство, но у меня оно прям, знаете, вот... Так они же вроде это уже давно разрабатывают. Может быть, это какая-то моя вот эта, вот, знаете, шизофрения вся, может быть, еще вот что-то такое прочее. Но так как реклама-то у нас идет в ТикТоке, и так как там все вот это криминальная Россия, все прочее, но, разумеется, такое может быть. И вот Радмир Мобайл, потому что Amazing, они только начали все это писать, и вообще информация из ТикТока, я бы ей вообще не верил, даже если она такая, знаете, все вот эти вот порты на телефон, или порты, или порты, или вот нечто подобное, то, разумеется, они обо всем этом в скором времени, ну, должны будут написать и хотя бы объявить какое-то... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Любители КРМП на моем канале, которые подписались после роликов про Brilliant Roleplay, ну или там про Radmir Mobile, ну или там про Black Rush, ну или там про все вот эти вот прочие вещи, наверное, сейчас обрадуются. Или нет. Потому что я не знаю, какие настроения вот вокруг всего этого проекта, про который я буду говорить дальше. Хотя, чего я вот постоянно в самом начале вот эту вот всю интригу делаю, если вы и так в названии видеоролика можете прочитать вообще, что там будет за проект. Ну типа, я вообще... что ли, ну и с головой не дружу, или как это вообще называется, потому что сегодня мы с вами поговорим про Amazing Roleplay или Amazing Roleplay на телефон, на вот прям вот КРМП, на ваш телефон, смартфон, Android, к сожалению, на iPhone, iOS и на все прочие вещи такого не будет, по крайней мере на 2020, да и я думаю на 2021 такого, ну точно не будет, я не думаю, что в политике вот всей этой компании, всей вот этой вот системы iOS что-то изменится, поэтому ну, ждать не приходится. Дело в том, что в последнее время пользователи, прости господи, соцсети или видеохостинга или всех прочих вещей под названием TikTok стали замечать странную рекламу от Amazing Roleplay. Вернее, реклама-то обычная, но вот там есть некоторая такая, знаете ли, пасхалка насчет всего этого. Там написано, мол, игра на компьютер, скоро и на смартфон. И типа вот это прям, знаете, чтобы вот так затянуть людей. Может быть, это просто для такого красного словца сказано или для какого-то там словца это все обычно говорится. Может быть, там еще какие-то прочие обстоятельства, но лично мне кажется, что Amazing Roleplay уже давно метят в какой-то вот такой вот, знаете ли, телефонный бизнес всего этого. Не то, чтобы они их там, знаете, где-то будут отнимать у каких-то людей на улице. Нет, именно вот про всю эту нишу, да, вот она вроде как еще не занята, вроде как там уже есть свои люди, но она вроде как еще и не занята. Поэтому пока там Radmir Mobile все вот это вот делают, портируют, можно, в принципе, и свое выпустить, как лично мне кажется, и как, наверное, кажется, разработчикам Amazing Roleplay. Это кто там, Федя Чу или что-то такое. Треки у него, конечно, ужас полный. Прям вот параша неимоверная. Но вот Amazing Roleplay, я думаю, будет получше, чем его вот эти вот треки. Причем, вам, возможно, незнакомо это странное чувство, но у меня, ну, прям, знаете, вот, ну, часто происходит, когда вроде как какой-то новости не говорили, вроде как вот чего-то не было, никаких постов, чего-то вот этого еще прочего не было, но ты прям ощущаешь, что вот оно вот будет. И вот так же с Amazing Roleplay. Вроде как я нигде не видел, чтобы они что-то там разрабатывали на телефон, чтобы что-то там вообще хоть немного какие-то движения были, но почему-то вот когда я увидел вообще всю эту новость, весь этот пост, я подумал, что так они же вроде это уже давно разрабатывают. Может быть, это какая-то моя вот эта вот, знаете, шизофрения вся, может быть, еще вот что-то такое прочее, и вполне возможно, что я ошибаюсь, что это чисто так, знаете, мое чутье меня подводит, но как будто бы они, вот новостей не было, но как будто бы они уже давно ко всему этому готовились и хотели вот давно все это сделать. Возможно, вполне возможно, и даже скорее всего я ошибаюсь, и даже вполне возможно, что это просто так, знаете, написано вот просто для того, чтобы как-то зацепить людей. Может быть, они еще ничего и не разрабатывают, но так как реклама-то у нас идет в ТикТоке, и так как там все вот это криминальная Россия, все прочее, и людей-то нужно как-то зацепить вот это вот с телефона, чтобы они хоть немного зашли, они все это пишут. И чуваки такие типа, на телефон скоро выйдет, ну пока что тогда ладно, я там, знаете, на компьютере все это поиграю, зайду там, чё, где Amazing Roleplay, там, может быть, я не знаю, Radmir или чё, где там все это находится, находит там, все переходит по ссылочкам по всем, если, разумеется, у человека есть компьютер. Бывает такое, что у человека компьютера может и не быть прям вот вообще никакого, хотя это, конечно же, сейчас сложно представить, когда везде, ну, там, нужны какие-то презентации, нужны какие-то вот эти вот все работы в Word, и вот это, оно прям, ну, прям очень сложно все это представить, но, разумеется, такое может быть, и вот возможный вариант этого, ну, это не стоит откладывать.
откладывать, абсолютно. То есть, ну, в самом деле, ребят, ну, что, ну, не стоит откладывать. Однако, вот тут опять-таки вот назревает такой вопрос. А что выйдет быстрее, так сказать, курица или яйцо? И тут вот Redmi Mobile или Amazing Mobile, Android, Roleplay, вот все вот это вот, я не знаю, прочее. То есть, что выйдет быстрее? Лично я, разумеется, ставлю на Redmi Mobile, потому что Amazing, они только начали все это писать, и вообще информация из ТикТока, я бы ей вообще не верил, даже если она такая, знаете, в рекламных целях, даже если там разработчики все это пишут, вполне возможно, что они просто там пишут, может быть, у них какие-то наброски уже всего этого порта есть, но по итогу чего-то вот такого серьезного-то там нету еще, поэтому на все это уповайте, я думаю, что давайте-ка мы не будем и дождемся каких-то официальных более-менее релизов от команды Amazing Roleplay. Я думаю, что если они разрабатывают все вот эти вот порты на телефон, или порты, или порты, или вот нечто подобное, то, разумеется, они обо всем этом в скором времени, ну, должны будут написать и хотя бы объявить какое-то закрытое бета-тестирование, или хотя бы сказать о том, что вот, мы там все это делали, закрытое бета-тестирование уже прошло успешно, теперь набираем людей на открытое бета-тестирование, чтобы вы там все это потестировали, чтобы вы сказали вообще, как вам весь этот проект, как вам вообще весь этот порт, лагает, не лагает, вылетает, не вылетает, потому что на телефон вот это вот постоянно порты каких-то вот этих вот уже проектов, которые есть, они всегда выходят такие, знаете, очень непонятные. Вот то же самое было с Arizona Mobile, то же самое я сейчас более чем уверен будет с Redmi Mobile, и рыночек вот этот вот весь мобильный, он начинает, так знаете, более уже захватывать весь этот GTA сам, потому что почему бы и нет, да, то есть, разумеется, люди хотят заработать больше денег, а рыночек вот этот вот только начал появляться, только начал зарождаться, особой конкуренции еще нету, можно зайти, можно все это портировать, может быть, где-то будет криво, может быть, где-то еще, заказать там вот все эти рекламки, заказать всех прочих вещей, и чтобы все это, знаете ли, росло куда-то там вверх, в гору, и вообще у людей все было хорошо. Ну, разумеется, это все в идеальном варианте, конечно, в худшем варианте у них ничего не получится, и вся эта надпись из ТикТока, на основе которой я сейчас сделал вот этот вот новостной свой видеоролик, она скорее больше декоративная, чем несущая в себе какую-то смысловую нагрузку, какую-то практическую вообще пользу для людей, и вообще уповать на все это глупо, непонятно и безрассудно, и инфантильно, и прочие какие-то вот эти вот все синонимы можете подобрать к слову глупо сами там где-нибудь в комментариях, главное, чтобы комментарий был больше 4 слов, можно там даже написать, допустим, на, там, я не знаю, тайм-код какой-то скинуть, сказать, вот на этом моменте я засмеялся, вот на этом загрустил, а вот на этом моменте я пошел и выключил видеоролик. В общем, все в ваших руках, как было в одном рассказе, в одной истории, во всех прочих вещах, но это не особо важно. А самое важное тут, знаете что? Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также вся дополнительная информация, она находится в описании данного видеоролика, хотя всю дополнительную информацию я вам сейчас рассказал, и все я вообще там сделал, но заходите туда, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, и все прочие вещи там также есть. Заходите, будет интересно, будет круто, будет весело, будет и прочие слова. До свидания.